Всем привет! Давайте затестим нового героя фестиваля Уинифред. Герой с медленной маной, ее будет тяжело играть в обычных режимах, но на ОБ она зайдет нормально. Наносит 550 урона цели, это много. И атака проходит цепочка через всех героев. И вот давайте посмотрим, сколько будет урона наноситься другим героям, потому что если это будет половина от 550, ну это будет такое себе. Также все задетые цели получают минус 54 атаки на 5 ходов. 5 ходов это очень много, и 54 атаки также много. И все задетые цели получают иммунитет к новым усилениям эффекта статуса на протяжении 5 ходов. То есть нельзя ни контратаку поставить, ни таунт и так далее. Давайте возьмем вот такую вот команду, попробуем их всех вынести, ну и просто ее будем заряжать и посмотрим, сколько будет урона проходить. Полетели. Так, что у нас по полю? У нас желтых немного, но есть в принципе синие. Давайте их попробуем заряжать тогда. Так, можно сделать потом вот так вот и собрать четверку. Так, она сейчас ультует на первой ульте, это очень хорошо. Теперь мы можем вот так вот пробросить, и мы заряжаем нашего Локи и сразу скопируем ульту Людвига. Так, копируем, отхиливаемся. И теперь можно сделать вот так вот. И начнем. Нам нужно вот эту тройку в середине просто вынести как можно быстрее, потому что если зарядится Людвиг, она будет постоянно их отхиливать, Милена. Так, давайте вот так вот сделаем. Все, наши зарядились. Бам, вынесла. Да. Ультуем вот так вот. И давайте вот так вот взорвем. И все, и мы их вынесли. Так, ну цепочка уже не пройдет, но тем не менее мы все равно увидим, сколько будет наносить она урона. Так, ну и все, и в принципе. Давайте отхилим еще. И вот так вот пробросим. Так, все, она ультует. И куда она? Бам! 1400! 594, еще там сколько-то было. Ну, по одной цели, конечно, много, но по остальным не очень много. Ну и даже она не половинчатый урон наносит, а вроде меньше. Ну давайте еще раз перезайдем и еще раз ее зарядим, чтобы все герои стояли. Так, ну фиолетовых у нас нету, давайте вот так вот пробросим. И сразу давайте взрывать Крис. Ну и фиолетовые не подъезжают. Так, ну давайте тогда также попробуем первыми зарядить синих, ну и скопируем ульту Людвига. Так, отхитримся. Давайте вот так вот сделаем. Так, отлично. Снимаем этот таунт. И сейчас, в принципе, можно было скопировать и ульту. Давайте так и сделаем. Посмотрим, ну-ка, сколько урон нанесет. Да. 941, 612. И вот так вот пробрасываем и его выносим. Так, и все, и сейчас она просто начнет ультовать по всем. Отхиливаемся. И давайте вот так вот пробросим красным. Так, ну и сколько нанесет? Бам, 912, 513. Ну нет, половина от того урона. Ну почему-то она в первый раз нанесла, ну, 1400. А у нее какой там класс? А, ну она и нанесла из-за этого таланта. Да. Ну, мощно. Если когда талант срабатывает, вот этот. Так, и теперь их нужно как-нибудь вынести. Но теперь мы не сможем ни таунт поставить, как бы ничего сделать. Давайте попробуем вот так вот фиолетовый пробросить. Ну и все на этом, походу. Ну что, ребят, вот такой вот был герой. Как уже говорили, ей на обычных режимах будет тяжеловато играть, потому что она медленная, очень долго заряжается.
Но на ОБ ее, в принципе, в оборону можно ставить. Наносит много урона одной цели. Остальным, конечно, ну, не очень много. Но у нее очень неприятные дебафы. То, что она запрещает ставить усиление на 5 ходов. 5 ходов это очень долго. То есть много кто играет от таунтов, да, на этих очень быстрых воинах. Ну, вот считайте, таунт нельзя поставить, либо контратаку. И также она режет атаку на очень много, в принципе, и на 5 ходов. И уже какими-нибудь ударными тройками, ну, не получится выносить героев. В принципе, ее прокачивать можно, применение также можно найти. Так что, ребят, удачи вам в ее поимке. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока.